День России 12 июня был торжественно открыт третий трудовой семестр омских студенческих отрядов. У памятника труженикам тыла собралось около 1000 молодых людей в синих бойцовках. Всего в нынешнем году на летний период будет трудоустроено более 4000 студентов. Мы действительно даем возможность ребятам самореализоваться летом, заработать денег. Как бы это там банально не звучало, но это хороший мотиватор для своего профессионального становления, для развития каких-то серьезных качеств, которые могут пригодиться в жизни. Но этот год отличается тем, что мы впервые пытаемся выстроить систему преемственности и объединяем с работой школьных трудовых отрядов, а их работает в области порядка 10 тысяч школьников. Там большая работа совместная, интересная. Ну и, наверное, этого не хватало в первую очередь нам, ну и школьникам, потому что этот запрос был именно от них по итогам закрытия прошлого сезона. Флаги Омской области и путевки зональным штабам студенческих отрядов на всероссийские объекты вручил глава региона Александр Бурков. В свое время я первую целину прошел как раз в Сибири, в Красноярском крае, на всероссийской стройке КТ. Эти годы я вспоминаю с любовью. Важно, что сегодня, стоя плечом к плечу, вы получаете своих друзей на многие годы вперед. Знайте, с теми, с кем вы будете на целине, это ваши будущие соратники, коллеги по работе, партнеры. Главу региона приняли в ряды бойцов студенческого отряда Омской области. Александру Буркову вручили форменную куртку, символизирующую посвящение в трудовую студенческую семью. В этом году наши бойцы будут работать на самых значимых объектах страны от Сахалина до Калининграда. Они примут участие в строительстве космодрома «Восточный» и станут частью трудовых проектов «Север» и «Заполярье». Кроме того, омичи отправятся на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом». Также на трудовое лето разъедутся медицинские, педагогические и сельскохозяйственные отряды. А самая многочисленная армия студотрядовцев пополнит поездные бригады в депо разных городов России. Выехать на целину, заработать часы, приехать обратно с кучей эмоций. Я попробую новое направление и совершенно другие эмоции, и не знаю пока чего ожидать. Это мое первое такое вот большое мероприятие, мне очень понравилось. Так много людей, душевно очень здесь. Какие у тебя ожидания от трудового семестра? Я думаю, будет очень весело, дружно, познакомлюсь с многими людьми. Я думаю, мне понравится. Торжественная церемония завершилась возложением цветов к памятнику труженикам тыла и общим фото на память.